Я Кирилл Асеев, мне 15 лет. Научился кататься я 4 года назад. Меня научил мой дядя. До кайта я умел кататься на сноуборде и вейкборде. Да. Я уже успел побывать на континентальном чемпионате, также на мировом чемпионате и чемпионате Украины по слалому. Соревнуюсь со спортсменами из других стран. Я приобрел много опыта, стал гоняться быстрее. И, в общем-то, мои выступления стали более техничными. Мои любимые кайты – это North Rebel, а также Vegas. Rebel я использую во время тренировки вытяжных прыжков, олдскула. В то же время, как Vegas – это просто машина для нью-скула. Для обоих стилей катания я использую свою любимую доску – это North Genmit Extreme. Для нью-скула я использую ее с ботинками, а также без плавников. Когда я стал кайтером, я стал постоянно следить за прогнозами как на территории Украины, так и за ее пределами. Если брать Украину, то это Коблево, мой любимый спот. Также это Скадовск, Винничинск. Если за ее пределами, то мой любимый спот это Кургада. Я очень рад, что в нашей стране очень стремительно развивается кайтбординг, проводятся соревнования, открывается много новых школ, появляется лучшая снаряга. Вы сегодня отлично, буду тренировать новые трюки.